Ровно через год начнется всероссийская перепись населения. Наша область в стороне от нее не останется. Особенность предстоящей переписи заключается в том, что у жителей региона появится возможность самостоятельно пройти процедуру в электронном виде при помощи портала госуслуг. Кроме того, можно будет обратиться в МФЦ. В чем важность этого? У нас в области, в целом в России, проходит очень много процессов, как демографических, так и миграция населения. Временное, постоянное. И очень важно на этом этапе сейчас уточнить, сколько у нас реально, в каких населенных пунктах живет граждан, как они работают, в чем у них занятость, какая миграция. Это важно для дальнейшего принятия правильных государственных решений в части размещения и расширения, например, медицинских организаций, образовательных организаций, а также понимание, чем живет наше население. Уже сейчас регион ведет большую подготовительную работу. Целый месяц на территории области работали регистраторы. Уточняли данные о количестве домовладений и числе проживающих в них людей. Опросы, которые через год будут задавать переписчики, будут во многом похожи на те, что были в прошлую перепись 2010 года. Но есть некоторые новшества. Например, по трудовой миграции. Там появится вопрос, на каком, вообще где расположено место вашей работы и сколько времени вы тратите на то, чтобы добраться до этого места. То есть учитывается по вопросы по образованию, поскольку изменилась система, вот ступени образования, да, появился бакалавриат за эти десятилетия, магистратура, поэтому вот эти ступени выделены. Привычные переписчики по домам и квартирам также будут ходить. Если гражданами пройдена перепись в электронном виде, нужно будет сообщить переписчику специальный подтверждающий код. Любовь Почернико, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.